Умисина, с тобой Хайст, и а чё, у нас сегодня будет у нас пиар, еще вот. Так, да, еще сегодня будет пиар, Итак, поехали, у нас первый канал. Вот, кстати, я вот надеюсь, что этих звуков не будет. Хотя, чуваки, а когда я играл без чехла в телефона, то вроде не было вообще никаких звуков. Давайте сейчас я это исправлю. Ну, короче, я снял чехол, и я надеюсь, что не будет здесь всяких там скрипов от пальцев. Это, блин, вообще как-то не круто, и, наверное, вам тоже не приятно смотреть. Так, ладно, поехали. Анджер 66, ну, вроде так называется канал, у которого 50 подписчиков, и он снимает, чуваки, у нас получается Майнкрафт, как я понял, да, он снимает Майнкрафт, предохоты, тут обзор модов он еще снимает, обзор легендарного мода даже, вот. Такой, короче, прикольный канал. А начал он, чуваки, свой канал. Так. Начал он, чуваки, свой канал 10 месяцев назад. И за 10 месяцев набрал 50... подписчиков, ну, вроде так нормально, хорошо. Красавчик. А то, что, чуваки, залетайте и подписывайтесь. А вот, чуваки, дальше у нас идет канал. Это Марик АВМ. Ну, короче, вы поняли, да? У которого 142 подписчика. И чувак у нас снимает Counter-Blocks. XXE что-то вот снимает, вот, получается, у него тут еще вот стримы всякие, о которых он уже закончил, вот. Тут вот прикольный канал, типа стрим по Counter-Blocks, конкурс, получается, понятно, ну, очень прикольный, конечно, канал. А начал он свой, чуваки, канал, получается, сейчас посмотрим, 4 года назад, ну, за 4 года, конечно, как-то не очень, ну, все равно, чувак, молодец, старался, так что, чуваки, залетайте и подписывайтесь. И, чуваки, мы, короче, продолжаем играть в «Растение против зомби». Мы уже в этот раз, чуваки, уже не будем проходить, потому что мы уже прошли уже там, хотя там есть еще там что-нибудь, но там, наверное, уже может проходить просто бесконечно, не знаю. Короче, да, и у нас, чуваки, типа мини-игры, у нас первый — это пазлы. И, чуваки, здесь надо хорошо так думать, на самом деле, конечно. Так, ну, интересно, что здесь у нас получится. Так, здесь мы не сможем. Ну, давайте вот сюда пока что возьмем одного. Так, главное, чтобы он съел солнышко. А остальное не важно. Да уж, конечно. Вообще они какие-то картонные, хотя это так и есть, конечно. Ну, чуваки, давайте, знаете что? Давайте я возьму вот этого, что ли, не знаю. Ну, надеюсь, что это будет хороший выбор. Можно обычного зомби вот сюда поставить, типа вот как. Наживку. Блин. Вот. Ха. Опа. Потом еще вот это поставить потом можно. Вот еще вот сюда вот, чтобы так на наживку, блин. Ну давай. Ну нафиг, давай. Опа, то что происходит, блин? Вот, все. Во, сколько солнышек много, теперь мы вообще... Красавчики и профессионалы. Вообще суперчик, ему просто... Красавчики... Лучше некуда. Типа, да. Здесь, наверное, можно вот это поставить. Давай, жри, давай. Вообще красавчик, молодец. А вот здесь шутки можно поставить, ну не знаю, давайте обычно зомби поставим. Можно обычно зомби поставить пока что. Там такое ощущение, что там вообще даже два таких есть. А, да. Они все равно картонные, конечно. Ой, дурачок, сейчас тебя сожрут. Или нет? Блин, не сожрали. Ну давайте, ладно, еще одну так я давай. Окей. О, вам очень не повезло вообще. Вам звездец как не повезло. Все, сожрал. Ну, пока что легко, пока что. Все изи, пока что. Да. Может просто здесь еще поставить просто армию зомби. Просто вот так веселиться, типа, армия зомби сюда идет прямо вот. Обычно. Денежки можно пособирать. Опа, отлично.
О, чуваки, я знаю такие уровни. Ну, в принципе, конечно, не очень сложно, но, блин, я помню, когда я проходил раньше, когда я еще был маленьким. Ну, это было просто для меня хардкор, я просто не понимаю, как это вообще проходить можно было. Даже не знаю. Ну, можно, знаете, чуваки, можно вот просто понаставить растения вот сколько угодно. Ну, то есть, тут по порядку. А можно вот, чуваки, просто вот поставить, типа, чисто вот армия из этих вот. Ну, только из этих вот, да. Давайте сначала так вот сделаем. Теперь вот так ставим. Хотя не знаю, поможет это или нет, а может быть реально поможет. Давайте вот так по порядку, как там вот поставлено. Вот. Ой, да, пипец. Просто интересно, если так поставить, интересно, то сработает ли? Да блин, да вы издеваетесь! Ух, отлично. Они что-нибудь поставлю, вот не то. Не, в принципе, игра, конечно, прикольная, там. Хочется играть и играть, вот, веселиться здесь, вот, с этим зомби. Ну, блин, вот, реклама здесь просто бесит. Что реклама, реклама, что реклама? Да. Давайте так поставим. Поможет ли или нет, не знаю. Так, сейчас пусть они чуваки сейчас вырастут. Я не знаю, конечно, поможет это или нет. Ну, может быть, просто сделаем армию просто чисто из этих вот. Вдруг чуваки поможет. Кто знает. Давай. Отлично. Ух, погнали. Ё-моё. А, все, старт. Поехали. Ну тут кликатная волна пока что. Если чуваки, можно просто вот здесь поставить армию чисто из этих вот, которые вот ледяные. Вдруг поможет? Пока что все изи вообще. Они даже до этого не доходят, да? Грабли. Можно просто отдохнуть, просто спокойно. Хотя тут вообще вот эти еще были вот с этим огнем. Ну ладно. Фух, надеюсь, что все будет хорошо. Обобедим. Так, кстати, наверное, еще не на одно видео, конечно, вот эти мини-игры нам еще хватит. Там, ну, там, на пару видео, может быть, на несколько, там, и все. Ну, уже там, конечно, еще что-нибудь не надо, но, мне кажется, это уже, ну, не обязательно уже, это что-то вот... Мне эта игра, конечно, не надоела, конечно, но вот с рекламой еще как надоело. Хочется быстро уже пройти. Вот, на ПК вообще там вот хорошо, там нету ни рекламы, там с помощью мышки просто раз, там, и поставил. Так, давай, опа. Так, интересно, дойдут или нет? Блин, да вот скоро уже волна будет. Харе! Чё так быстро? Мы еще этих не добили. Ладно, давай. Не, мы все равно мы победим. Так что бояться тут не надо ничего. Хотя, в принципе, я думаю, правильно, конечно, так сделали. Ну хотя, чуваки, если что, можно вот, если там еще будет, она продолжать еще. Так, тебе будет продолжать, да? Блин. Так, чуваки, что мы выберем, а? Вот как вы думаете, что мы выберем? Хотя можно вот эти вот поставить вот. Ну, если по порядку ставить, то давайте, может быть, поставим. Ну, даже не знаю, может сюда поставить вот эти вот защиту. И он будет стрелять вот так вот. Ну хотя вот эти вот нам тогда. Ну просто чуть-чуть вот. Вот это представим, я не знаю, может быть вообще неправильно ничего делаю. Может быть вот сюда поставить. Хотя нет, чуть-чуть надо вот так сделать. И потом это сюда поставить. Я надеюсь, что если правильно делаю, то. Я же не профи.
в этой игре. Просто я хорошо ее знаю, но... Вот в этом вот уровне я вообще не в профи. Хотя тут, ну ладно, давайте так поставим. Потом так. Ой, блин. Блин, точно, тут уже вообще вот это вот еще надо. Блин, точно. Да блин. Так, ну только два только сможно. Можно только два. А, не только один даже. Блин, вообще. Что делать? Ну, короче, чуваки, я вот так все вот так сделал, потому что я не хватило бы так. Потому что я вот даже не знаю, получится у нас или нет, не знаю вообще. Ладно, посмотрим. Хотя тут только одна волна. Хотя бы хорошо, чуваки, что мы используем вот эти вот ледяные, потому что они хорошо помогают. Они почти как имба. Так, нормально, нормально. Ну, сейчас этого зомби на изи просто убьют. Будем это вот играть до самого конца этого видео, а потом уже не будем уже вот это вот играть. Потому что это, блин, бесконечно, кажется, можно. Вот. Или не бесконечно. Да не, вряд ли мы сможем прям пройти, потому что я... Это тот еще хардкор для меня вот. Честно, для меня вот только вот, да. Блин, скотина. Да зачем это вот? Ай, господи. Потому что в следующий раз там уже поиграем в руки там вот мини-игры. Может быть, уже там еще два видео, может, еще потом уже все. Не будем уже играть в это, а то бесит там вот эта вот реклама. Так, интересненько. Че страшно, у нас вот эти вот есть. Не дошел все-таки. Нормально так. Там по 300 у нас будет, да? На, по 300. Ой, чуваки, кажется, не знаю, правильно или неправильно сделал. Ну, посмотрим давайте. Пока что все хорошо идет, пока что. Там потом еще кто вот это у нас идет. Короче, это типа у нас типа прохождение вот, типа заново только вот. Оно теперь будет все нам намного быстрее. Так, ага. Вот же, блин, а. Ладно, ничего страшного. Это мы не будем использовать, потому что это при крайних случаях только.
Да, ну ты звездец. Блин. Ну ладно, если мы человек проиграем, то ничего страшного все равно. Так. Посмотрим. Ну, сейчас съесть этот вода. Понятно, короче. О, пипец, а вдруг мы вообще проиграем? Если мы проиграем чуть-чуть, то мы уже не будем играть в этот режим. Ну, не мини-игра вот это вот, потому что, ну, это пипец. А может, мы сейчас вот сделаем, типа вот. Ради интереса, тончики мы уже, смотрите, как уже прям будем проиграть. Может, чуваки, реально нам нужно вот. Ну. Чисто вот поле из этих вот. Или не знаю, из этих можно. Да не, лучше из этих, потому что они хорошо так прямо делают. Этих зомби убивают. О, блин, сейчас взорвется, блин, еще жалко. А, не взорвется, фух. Так, ладно, чуваки. Короче, мне что-то вот вылетело, и, чуваки, да, то есть все наше прохождение по, ну, этому вот, а там, где сравнивают против зомби, просто все на смарку. И, короче, чуваки, нафиг, короче, лучше вот этому будем. Что? Пошло, ну все нафиг. О боже! Так все заново, короче. Так, чуваки, давайте лучше будем делать все более аккуратно, а то, блин, меня это уже бесит. Так, давайте вот так все сделаем. Так, ну блин, они даже не за нами, давайте так поставим. Так, ага. Понятно. Сам сюда, ну не знаю, даже, а вдруг мы вообще проиграем. Я не хочу проигрывать. Так, ладно, чуть давайте лучше пока не их убьют, а то есть такая вот ошибка, вот, которую многие делают. Просто сразу очень много зомби, просто, ну это же жесть, просто жопа. Так, есть штучки там Сева. Ну, короче, сейчас брат Сева мешает, так что не обращайте внимания, потому что... Ну, уж никак дальше. Так что, чуваки, дизлайки ставить, это просто такой дебилизм, на самом деле, если честно. Ну, мне, вот, ставить дизлайки, это реально дебилизм, потому что... Я тут не виноват, что тут мне брат Сева. Если, чуваки, поставьте дизлайки, он... Вас может побить, Сева. Так, я надеюсь, что все нормально там. Так, допустим, давай. Так, куда поставить? Сюда давай. Она не даже не знает. Ну ладно, давайте так. Да, самое нормальное, что я только придумал. Изи. Короче, чуваки, у нас сейчас вот такая вот мини-игра, а именно, чуваки, там, где у нас будут эти вот растения, то есть, короче, зомби и растения в одном, то есть, да. Ну, по-моему, понятно, почему. Потому что эти вот... Боже, нафига я это поставил?
Не хочу вот это поставить, блин. Бесит уже, блин. Я это не хотел поставить нафиг. Так, вот это давай. Ты знаю тебя, скотина. Лучше что ж, лучше... Что я поставлю? Всё просто. Как назло. Смотрите, вот это вон, оно хорошее оружие такое. Давай. Опа. Нормально так. Хотя нафига, кажется, мы взяли вот эти вот. Ну ладно, на всякий случай. Типа, да. Тут скотина. Ты обидел нашего друга. Да нафига я его поставил? Хватит уже. Почему именно он ставится, это, блин? Это толстяк. Обкаканный. Боже мой, что я сказал? Блин, вот из этого меня тоже бомбит. Так, ставим. Там вот есть у нас... Сразу двое, ну нахрен. Пипец. Я просто везде защиту поставить. Да, я помню, как вот в первый раз, когда я играл вот эту мини-игру, и просто вот реально, это реально хардкорн было. Кто нас победит? И у нас победил... Зомби! А, ну зомби... позже сдох, так что он победил. Вот эти защиты будут еще. Нафиг оно мне нужно. Ну, конечно, так прикольно, но, блин, это хардкорно. Ну, кто еще ждал? Хардкорно есть хардкор. Уже получше, уже получше. Он стреляет и... Ё-моё. Ну, сдохни нахер. Да, ты ё-моё, сюда надо еще. Молодец. Сливайся. Ой, как не люблю такой хардкор. Мы еще как-то выживаем. Какого-то хрена. Мы выживаем. То, что я помню, когда вот не мог так выживать. Хотя я знаю чуть почему зомби стали немножечко растениями. Потому что они рано нагурились свежей травки летней. И все будет с ней хорошо. Или же не знаю. Вообще они упоролись полностью. Был прыгали сам зомбос. Это вот. Было не знаю, например. Например, не знаю, арбузом что ли. Или какой-то самый лучший растение. Ну, как-то вот как кукуруза такая большая, может быть, было бы. Там... Понастреляла на нас. Вот эти потом еще вот есть надо вот. А, у нас еще первая волна есть, так что все нормально. И мы все сдохнем. Потому что у нас тут защиты нет такой какой, блин. Давай быстрей! Времени не ждет. Вот, все нормально, теперь надо большие защиты, мне кажется, ставить. Может, не надо. Ладно, давайте так ставим. Покажем им, кто здесь батька. Тут, типа, думаю, а мы растения, мы тут... Круче вас теперь. Мы растения и зомби в одном. Шо, я нафиг, конечно. Сейчас, наверное, вот это пройдем, может, еще там какой-нибудь уровень пройдем и все, наверное, закончим. Вот какой-то хрен, вот чуть вот это вот, вот я не поставил. Вот какого хрена? Да вы издеваетесь, что ли? Ну, блин. Ладно, давай. Ну да, помню, раньше были в моде крепыши. Что это вообще про них-то были? Ну, то есть скрипыши, какие крепыши. Да что тот самый из щенячьего патруля.
Ну, пока что все хорошо идет. Мне это уже нравится. Просто вообще, просто мы разносим их теперь нафиг. Это думают, что эти самые крутые. Хотя помните, что я вот делал, типа, собственную игру, типа, вот, «Растения против зомби», четвертая часть, там вот как раз вот тоже были растения, только вот, типа, такие механические. О, вот это жесть, конечно. А вот растения против Майнкрафта как-то такое себе, вот, по мне получилось. Вот Даркнини еще не... Вот, типа, а темный низ, вот это вот... Собственная игра еще не скоро, конечно, выйдет, потому что... Пока что руки просто не отходят от этой игры. Было бы интересно, если бы так была бы такая игра, называется «Скотина». А, кстати, чуваки, в следующей неделе вот будут снимать хоррор, и там еще есть не только игра про сиреноголового, там еще есть и про трубоголовый. Вот это вообще просто круто будет снять. Я надеюсь, что когда я с ним снимал про сиреноголового, на дне, хорошо стало. Ну, если с ним про а трубоголового вообще супер будет. Может, это видео вообще 100 просмотров наберет. Там, вот, про... Ну, не Грэнни мы уже снимали, про Бауди и про Момо хочу снять. Там еще про какую-нибудь игру там. Да. Так что как-то вот так все у нас. Так, ну давайте вот так поставим, типа. Теперь у нас намного лучше. Ну, держитесь. Давай еще. Блин, сейчас скоро будет уже волна. Нормально, как мы так их разносим, конечно. Так, ну, это чуть целый еще. Надо их поставить куда-нибудь. Ну ладно, давайте вот так. О, вот это сейчас будет, да. Сейчас будет. Давайте просто, типа, улучшим, типа. Вот, да. Вообще. Просто здесь чуть просто самые лучшие. Что? Я его вообще не ставил, я его не хотел поставить. Боже, чувак, нафиг его, я его съем. Опа. Все. Вам звездец. Ну, давайте просто вот, чтобы быстро было. Так. Короче, чуваки, давайте скоро закончим видео потом. Еще вот есть время. Так, ну и вот так еще поставим еще. Давай убивайся уже, блин. Давайте вот так сделаем, чтобы было красиво. О, уже убили. Красота. Ой, чуваки, вот эта вот реклама просто бесит, потому что из-за нее, блин, придется еще заходить в игру еще. Зачем вот какой-то режим? Не знаю, ну не очень такой длинный. Можно, в принципе, ее даже пройти даже. Наверное, два или три видео еще надо вот на этот режим, наверное. Нормально так все. Вот это вот использовать. Все что угодно можно просто использовать. Так, давайте еще одного такого же.
Так, давай вот так вот поставим. Тут одна волна, в принципе. Пройдем этот уровень и все, давай лучше закончим потом. Тут с этой рекламой просто, блин. Не в настроении потом. Ладно, еще одна реклама. Как это снимает видео. Ну, блин, куча рекламы. Вот одна реклама на это, вот на... На эти вот грабли, и все. Тут 2-3 рекламы. Ты посмотришь и... Я только... Да. Тогда уже надо проходить уже уровень, господи. Вот еще, особенно ужас, когда эта реклама еще тупая, еще бывает. Так, давайте быстренько закончим. Вот с этими зомби уже, ну, конечно, не сойдешь сама, с этой рекламой то точно сойдешь сама. Вообще есть пока что. Наверное, я надеюсь, что это не бесконечный режим, а то я не буду так играть. Но если потом уже ничего не надо, то уже не будем уже проходить и вообще играть в эту игру, потому что эта реклама это уже просто. Так, что там прям доходит до нас, а? Он же хороший, это прям растение. Он что, вообще уже офигел. Так, пойдем вот сюда. Сейчас мы его покажем. Где ютуберы зимуют. Или хайсики, не знаю. Можно как угодно. Так, опа. Вроде бы сейчас на стучке уже 400 хайсиков. Ну что-то радует, конечно. Ну, это у нас, конечно, изи. Я потом не буду ничего такого прям сложного. Хотя нафига вот это вот можно просто... Ну, давайте вот сюда поставим, тут у нас вот что происходит. И давайте просто вот, чтобы не было так, типа, долго. Бам! Бам! А, да, да, все-таки бесконечный. Ну, чуваки, ладно. Может быть, продолжим потом еще вот здесь проходить еще вот в следующей серии. Так что, чуваки, знаете, на этом лучше закончим. С вами был Хайс. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Всем удачи, до скорой встречи. Всем.